Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Сегодня вашему вниманию предлагаю новую серию посланий «Триединство Духа, Души и Тела». Что такое Дух? Отец Абсолют практики. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я начинаю новую серию посланий, которая будет называться «Триединство Духа, Души и Тела». Эта тема очень важна для вас, поскольку я вижу, что понятие «триединство» на протяжении веков претерпевало слишком много искажений, в результате чего утеряно свое истинное божественное значение. Итак, начнем с самого начала. Что означает сам этот термин? В чем заключается его сакральный смысл? Прежде всего, в том, что только соединив воедино дух, душу и тело, человек может, совершив огромный скачок в духовном развитии, обрести свою божественность, вернуться к истоку, из которого он вышел, стать Бога-человеком. А теперь давайте подробнее остановимся на каждой из его составляющих. Дух. Что это такое? И почему именно он занимает первое главенствующее место в этом триединстве? Это то, что дает вам жизнь. Это божественная субстанция, из которой состоит все живое на земле. Им пропитано абсолютно все. Воздух, вода, земля, все растения, камни и, конечно, весь животный мир и человек, как венец творения всего живого на земле. И как главный носитель духа, он должен был стать хранителем земли, он должен был любить, холить и лелеять эту жемчужину Вселенной, самую прекрасную из всех существующих планет. Но вместо этого он стал ее могильщиком. Это происходило незаметно, и одной из главных причин этой трагедии стал разрыв сакрального триединства – духа, души и тела. По мере того, как из человека вытравлялась его духовная составляющая, на первый план все больше выходило тело, которому сначала люди стали поклоняться, но постепенно обесценили настолько, что даже его превратили в предмет купли и продажи. И сейчас наступил такой момент, когда все искажения, привнесенные человеком в этот прекрасный мир, доведены до абсурда. Все дошло до критической отметки, за которой начинается хаос и разрушение. Поэтому теперь и вам, и вашей земле нужно вновь обрести триединство. Дух земли. Как можно его почувствовать? Попробуйте, оказавшись на природе, в тихом безлюдном месте, в теплый погожий день, лечь на землю, лицом к небу, и затем прислушайтесь к своим ощущениям, как ласкает трава ваше тело, как обдувает легкий ветерок ваше лицо, как согревает вас солнышко, как погружаетесь вы в небесную синеву или любуетесь на причудливые облака, бесконечно меняющие свою форму. Растворитесь в этих ощущениях, забыв обо всех своих мирских делах. Скорее всего, вы почувствуете непередаваемое блаженство, и благодать разольется по всему вашему телу. Это и есть Дух Земли, та божественная субстанция, которая и породила ее. А все духи природы, о которых слагаются у вас сказки и легенды, это ее любимые дети, которые живут уже своей отдельной жизнью, приспосабливаясь к такому непростому соседству, как человек. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Что такое дух?».